линолеум, там ламинат. Угу. Душевую кабину, раковину, понятно. Так. Так, одна дверь. А, унитаз. Замена одной двери, получается, вот этой. А мы ее повышаем или оставляем такой маленький? Так, здесь она деревянная? Да. Ладно, это стандартная дверь, конечно, зачем такое маленькое? Или работает? Нет. Дверь, значит, запиши. Наверное, он, наверное, выберется, потому что, ну, ближняя путь, если штат соблюдать. Что вы? Дверь вот такую же, наверное. Да, да, да. Ну, Володь, дверь, там же сразу надо будет, да? Ну, монтаж и ее. Если вам будет некогда, вы телефончик обязательно дайте. Хорошо. Он фотографию вам пришлет из магазина. Ну. Я думаю, такую фурнитуру можно найти. Хорошо. Так, еще какие пожелания? Так. Здесь в итоге вы хотите демонтировать эту перегородку? Я не знаю, вот мама заходила, она объясняла вот ребятам. Она тут вот здесь. Чтобы вот эту вот штуку вынести. Да, да, это мы уже с ней договорились. Чтобы сделали, типа, ну, стеллаж что-то для вещей. Он а вот тут хотел убрать, Рома. Вот эту стену. Стеллаж для вещей. Мы только строим, мы не мебельщики. Мебель, пожалуйста, если товарищи скажут, в магазине выбирайте, приедут поставить. Давайте насчет перегородки. Мы ее убираем? Вот эту сторону. Ты хочешь убрать вот ее? Вот она сказала. А? Это не надо, она сказала. Нет, наоборот. Она говорила, что вот это ломаем, а вот здесь из гипсокартона. Не знаю, то сейчас она придет. Вот эту сторону, чтобы там кровать как бы закрытая была. А. Просто проем да. Делаем такой, без двери. Можно так, я не хочу убрать. Нет, а кто? А, как вам так, удобно, Екатерина Федотовна, как вам самой удобно? Вы как мне хотите, вот да, вы же хозяйка. Я не хочу ломать ее. Вы тружник тыла, вы хозяйка, все вы понятно. Сами, потому что мы вам делаем. Хорошо. А эта стена тоже оставляем, да? Он маму уже идет сейчас. Вечно опаздывает. Как удобно вы говорите. Да, это ведь да, для вас да. Мы делаем, мы хорошие. Только мама, мне как удобно. Как вам удобно, так и сделайте. Как вам удобно? Я так и хочу. Ну вот так и сделаем. Да. О, опять сколько народу. А это... Мам, объясни стену. Мам, давай без ругани. Объясни вот людям, что вот с этой стеной нужно сделать. Ну, вот, чтобы ее кровать была закрыта, декоративной какой-то перегородкой или шкаф с той стороны, чтобы была система хранения. Ну, вы посмотрите, шкаф, наверное, сами посмотрите. Зачем какой шкаф? Это просто будет декоративная перегородка в виде шкафа. Мы сделаем из гипсокартона красивую, вот на этом же месте, тоненькую. Чтобы было бабушке удобно. Метраж мы сохраним. А вот эту стену... А это убираем. Убираемся. И здесь все свободно. Да, чтобы здесь все свободно. Здесь я хотела тоже систему хранения. Все, это не к нам. Мы только ремонт делаем. Угу. Хорошо? А шкафы, а, мебель, нет, это я пожалуйста. Хочу, это не мебель, это просто будет стеной шкаф здесь. Ну, стеной из гипсокартона сделайте. Как обычно делают в квартирах. Вот. Шкафы. С котом такой не сделаешь, что мы же... Нет, давайте так, мы сначала делаем ремонтные работы, а то, что касается мебели, вот вы семья, вы сами оно здесь не решите. Очень красиво быть. Оно быть вы сами красиво. Решите, что семья, вы бабушке своей купите. Давайте, мы делаем, улучшаем ей жилищные условия, ремонтируем ее комнату. Мам, пробегись, как так, было, что было удобнее. Смотри, ремонтную ведомость. Самое главное, что ветерану мы улучшаем. Наружу, они сами. Уже в ванной были, наверное. Нет, сильно просто газовщик придет, значит, труба... Только сюда, что ли? Газовый труба останется. Подождите, давайте все сначала. Извините, что я опоздала. Так, давайте, что начинаем делать? Где ремонт будет? Нет, наверное, не оставим наружу. Ну и высота убавится, вы в курсе, да? Но вы делаете, вы потолки какие делаете? Натяжной потолок выйдет. Хорошо. Если вы какие-то другие успеете, повесят другие. Если нет, эти. Там пустота. Нет. Ты думаешь, она не слышишь? Давайте я посмотрю. Сейчас, да, вы пройдите все. Потом давайте. Хорошо, посмотрим. Так, что мы еще делаем? Да, я
это тут бревна получается, это, да? Ну это вот же, это три стены, это все несущие стены. Это несущая стена. У нас пристрой, только три стены кирпичных. Это все несущая стена. Это стена дома. Вот она идет до конца. У меня просто вопрос по трубе. Труба отопления не газовая. То есть когда мы ее зашьем аккуратненько. Вот, мы говорили, что вот этот участок, все понятно, что зашьете, но о, у нас здесь вот еще... Нет, несущая стенка повышающая. Весь район мы там не посидим. Нет, только что сейчас говорили, что эту дверь надо демонтировать. Нет, вы ее сможете демонтировать, соседи демонтировать, а здесь вот эту вот... Как так выбирать? Конечно. Ну, ну, здесь пока будет ремонт, туда снизу. Вот так. Или Татьяна Алексеевна пока. Этот район. Она будет на заказе. Да, а вы точно не хотите оставить? Нет, вы не хотите ее оставить. Вы ее что сделаете? Вы что ее сможете сделать? Если вы мне покажете, как вы ее сделаете, то ради... Мы можем ее покрасить. Что? Покрасить. Ну зачем ее красить? И вот с этими, и вот на этих, в это... Хорошо. Дверь нестандартная, займет много времени. Вот сама дверь будет долго делаться. Так, и мы идем от этой, в это, все материалы покупаем от этой двери. Вот она уже у нас как бы центральная получается, мы же ее не будем демонтировать. Да, под это все, да. Ну, сейчас разберем, все посмотрим, что там. Скроем, посмотрим. Нет, как бы на эту коробку она не упиралась, там что-нибудь. Ну, посмотрим, скроем это. Давайте по ходу движения, ладно? Некрасивый, отлично. Так, здесь вы ознакомлены со списком материалов, да? Нет, я пока еще только вошла. Я только вошла. А ванне мне все понятно, что там. Давайте еще раз ванну. Здесь демонтаж, лестница состояния. Да, душевую кабину поставим, будет тепло. Нет, и зимой будет тепло. Зашла, она низкая, у меня бабушки 86 лет. И нормальный вариант, потому что ванна уже не было. Вот ей больно хорошо под душем, под горячим, там же вон крышу, подогреть и есть посидеть. И никуда не надо... Очень сильная вентиляция у нас была хорошая. Сверху, снизу, везде. У вас еще второй этаж есть, да? Да. Ну, кто производство, тот знает. То есть там тоже мы меняем? 12 лет как. Каторги несла. Ого. Решетка на котел. Декоративная. Решетка. Котел и дымоход. Всем ты не забыла входную дверь. 19-я, да, пишите? Да, начало. А эту дверь вы нам не будете менять? Это не планировали, у вас хорошая дверь. Сколько ничего? Металлическая. Да. 19-я. Завтра 19-я, ваша, да. Дальше, чтобы, дай бог, чтобы пошло все хорошо. Не закрывается. Не открывается. Все. Так, ну нам тоже, наверное, да. Я ксерокопирую, Роман. Да. Так мы сейчас можем отксерокопировать. Ксерокопировать. Давайте, у нас есть ксерокс. Ну тогда тоже распишитесь, а то как так получается. Да. Здесь тоже надо тогда расписаться. Нельзя. Входная дверь. Входную дверь, бабушка, делать не будут. Да. Тебе сделают только вот это помещение и вот то помещение. Там ничего не запираться. Где? Ну, входная дверь. Входную дверь тебе на террасе делать не будут. Мам, распишись. Я уж всяких боюсь. Чего? Не надо ничего бояться.
Ну, вон защитник какой ставит. Чего бояться? Татьяна Юрьевна, все-таки просьба. Сделайте нам входную группу. Давайте. Можно я сортирую? Сортирую. Ручку давайте. Значит, входную группу сделайте. Татьяна Юрьевна, у нас есть благотворитель, и все это посчитано. Вы благополучатель. Мы же вам говорили уже эту ситуацию. Там по деньгам пока нарядно все получается. Поэтому пока вот останавливаемся на том, что есть. Есть совет ветеранов. То, что есть. Если совет ветеранов скажет... Спасибо этим ребятам. Которые... Если нет, скажет, что не надо, будем говорить спасибо, скажем, нет, когда сделаем. Совершенно понятно. Однозначно, начинаем работать. Вот входную пока, дверь все-таки пока, давайте вот, сделаем пока там, то, террасу. Вот входная, пока то, что нет, это не входная дверь, входная. Это выход в сад. Ну, тем не менее, она работает, это входная дверь. Все, в сад. В сад же тоже надо выходить. Пока так. У нас объем определен, согласован с советом ветеранов. Давайте сделаем вот это, начнем уже. А то у нас эти разговоры уже долго длятся очень. Если бы были средства какие-то специально выделенные, да, мы бы тут с вами перечисляли. А тут спасибо, благотворители, пока спасибо не говорю, тоже так же, как и вы. Да. Давайте дождемся финала, тогда будем чего-то говорить. За то, что спасибо, они внимание обращают. То, что они слушают, то, что планируют, то, что делают, расходы. Екатерина Федоровна у нас. Не забыто, слава богу. Все, у нее настроение хорошее. Дай бог здоровья только. Да ведь вчера поздравляла 106 лет. Бабушке 106 лет, но не поехала. Знаю давно семью. В Новосавиновском районе живет. Две дочери в Новосавиновском районе живет. 106... Новосавиновский. 106 лет ей. Потом знаю ее по... На Северном есть такая бабка. Помоложе, 106, самая старая у нас. 100 поздравляла со 100-летием, потом со 105-летием поздравляла. Уже с ужасом смотрю, звоню дочкам, они говорят, ну, слава богу, живая, вот, дай бог здоровья.